последние дни ведущие французские СМИ активно обсуждают разоблаченную в Азербайджане шпионскую сеть Франции. Издание «Обсервер онлайн» обнародовало новые подробности. Согласно изданию, вместе с Мартеном Раяном задержан и гражданин Азербайджана Мамедли, который в надежде получить гражданство Франции занимался сбором и передачей информации сотрудникам французской разведки. Но все эти коммуникации стали служить не интересам Франции, а во вред. Так Мамедли по указанию французских спецслужб открывал корреспондентские счета Société Générale в банках Азербайджана и занимался разработкой межбанковских соглашений. Также после вскрытия французской агентурной сети в 16 африканских странах была приостановлена работа представительств банка Société Générale. Это тот банк, в котором Сорос еще в 1988 году незаконно нажил миллионы путем несанкционированной купли-продажи акций за счет конфиденциальной информации банка. Он был осужден в 2002 году. Ему удалось отделаться крупной суммой штрафа, отмечается в статье.